что вчера произошло в Подмосковье, это очень трагично. Для всего народа, для всего мира. Мы соболезнуем вместе с Россией. Но вот такие именно мероприятия, которые происходят трагические, делают нас сплоченными, делают нас сильными, делают нас крепкими. И мы не должны объединиться и все делать для того, чтобы был мир во всем мире. Гражданин Кыргызстана, я соболезную вместе с Россией, пользуюсь случаем, прошу, значит, говорю слова соболезнования близким и родным погибших. Дай Бог, чтобы все, кто в теракте получил какие-то ранения, чтобы быстрее выздоровели, чтобы народ жил и верил в будущее мира, будущее страны. Мы, кыргызстанцы, вместе с Россией. Мы хоть здесь, но переживали. В дальнейшем тоже будем дружить. И в дальнейшем, чтобы такие случаи не было, терактов. Очень плохо то, что такие случаи происходят. И мы тоже переживаем, хоть мы далеко от вас. Ну, знаете, для меня, мне кажется, просто чудовищным то, что произошло. И эта боль, которая, ну, просто сейчас ее очень сложно пережить. Хоть я нахожусь здесь, но я всей душой, я со своей страной, со своим народом, я верю, что мы справимся, что виновные будут наказаны, что такое больше никогда не повторится. Россия, Элькосмелен. Вчерашний теракт в Москве нас всех очень огорчил, потому что Кыргызстан и Россия сотрудничают и имеют братские и дружеские отношения. В этой связи мы приехали выразить свою позицию и соболезнования Генеральному консульству России в городе Ош. Также выражаем соболезнования родственникам пострадавших и погибших. Единство двух стран будет и дальше укрепляться. Мы все против подобных инцидентов. Я узнала о произошедшем из социальных сетей. Очень расстроилась. Приехала выразить свои соболезнования. Несмотря на то, что мы находимся далеко, нам грустно, мы переживаем за людей. Желаю терпения и сил родственникам невинно погибших и молюсь за скорейшее выздоровление раненых. У терроризма нет национальности. Как так можно? В чем вина детей? Такой трагедии не должно было случиться, но, к сожалению, это произошло. Со вчерашнего дня волнуемся, не можем найти себе места. Пусть в каждой стране будет мир. Приношу свои глубокие соболезнования как гражданка Кыргызстана.